Что происходит? Смотрите, козерог. Что происходит? Ребята, торнадо, смотрите! Офигеть! И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и добро пожаловать, ребята, в Майнкрафт. И сегодня мы будем продолжать проходить карту под названием Asleep 2. Это уже вторая часть, поэтому если вы не смотрели первую часть, то ссылка в описании. Посмотрите обязательно, она набрала очень много лайков, и вы очень просили, чтобы я ее допрошел. И именно поэтому я сегодня ее допрохожу, и это карта для одного, поэтому я снимаю без Эдисона. И, ребята, давайте наберем на этой серии тоже побольше лайков. Благодаря вашей поддержке я уже почти выздоровел. И, собственно, да, я вам говорю огромное спасибо. А вы не забудьте поставить лайк под эту серию, и мы начинаем. Ух, ребята, как же хорошо все-таки не болеть. Все-таки болеть это очень и очень не круто. И, ребята, никому не советую болеть, и тем более специально. В общем-то, я уже на самом деле не помню, что у нас тут, на чем мы остановились. Но, как я помню, это какой-то очередной сон. И я вижу каких-то жителей и нахожусь в какой-то, каком-то белом здании. Это очень странно. Здравствуйте, ребята, привет. Привет, привет. Не особо понимаю, где я сейчас вообще нахожусь и что мне с... Время выпустить их. О боже, это же заключенные, ребята, мы в тюрьме. Время для какого-то какой-то штуки. Короче, я не знаю, походу я какой-то шериф в тюрьме. Я тут типа всеми управляю, да? Типа я спрашиваю. Эй, что за штука в 512А? 512А это какая комната? Подождите. Подождите, я что-то не понял. То есть у нас в какой-то комнате что-то случилось, да? В этой? Не в этой, нет, подождите. Что-то я не понимаю. О, смотрите, тут что-то есть. Я думаю, я нашел проблему. Ну-ка, нужно убрать какую-то кровать. Это, видимо, кровать была. Офигеть, тут, ребята, какой-то чувак выкопал подкоп, прямо как в фильме «Побег из Шоушенка». Нужно срочно найти его. Нужно его срочно найти и задержать, ребята. Нужно срочно задержать заключенного, который захотел выбежать. Что происходит? А, видимо, я должен бить тех чуваков, которые... Ребята, знаете, есть такая игра, да? Типа, чуваки вылазят, и ты должен их фигачить молотком по башке. Тут, видимо, то же самое. На, на, получи, говнюк, на. Так, отлично. На, на. Так, 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 по башке, по башке. На, получи, говнюк. Еще и музычка играет. Я надеюсь, что музычка не очень громкая. На, на. 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 В смысле, гейм овер? Я всех убил, какой гейм-овер? Все заново? Чё-то я не понял, ребята. Да ну нафиг, реально, я что-то сейчас неправильно сделал и все заново? Вы что, серьезно? Ну окей, ладно. Ребята, эта карта меня просто пугает, капец, как, что происходит? Ладно, видимо, я всё сделал правильно. Что происходит? Смотрите, козерог. Что происходит? Ребята, торнадо, смотрите! Офигеть! Я должен добраться до бункера, срочно, срочно в бункер! Охренеть, смотрите, ребята, блоки летят, все. Офигенно! Капец, торнадо, жесть, очень клево. Так, как добраться до бункера? Это бункер, это бункер? Нет, по-моему, это, ребят, не бункер. Или это бункер? Как мне добраться до бункера? Где чертов бункер? Это бункер? О, кнопочка. О, бункер, 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 бункер. Быстрее, 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 валим, валим, валим. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, я живой, я живой. Так, все. Безопасность, безопасность. О, можно посидеть, можно посидеть. Я забыл свой телефон, я забыл свой телефон. Нет, где он? Так, я забыл свой телефон в сарае! Да. Кажется, меня торнадо подкинуло на облачка. Великолепно, просто я... Не, эти сны реально просто охренительные. Вот сейчас просто сны начались реально очень крутые. Мне тоже такие сны иногда снятся, когда я прыгаю по каким-то облакам, или меня торнадо уносит вверх. Это очень клево. Мне нравится, мне нравится. Ну ладно, пойдем по облакам просто вперед. Просто вперед. Кстати, странно, что я упал, и я не проснулся. Обычно, когда я в своих снах падаю куда-то, то я сразу просыпаюсь. Тут что-то как-то это не работает, правило.
Я до сих пор не понимаю, куда мне идти. Йоу. Сюда? Нет? О. Что это за радуга? А, это Гизмо! Это Гизмо, это единорог! Ой, какое хорошее... Какое хорошее облачко. Нет, Гизмо! Гизмо, походу, умер, ребята. Ой, что происходит? Что происходит? Я видел какие-то механизмы. Ладно, хорошо. Допустим, ребята, все хорошо. Фу. А, я попал в какой-то храм потерянного крипера. Ой-ой-ой-ой! Тихо. Что это было? Ну-ка, смотрите, какая тут есть какая-то воронка. Ага. Легенды говорят, что здесь должно быть 3 ключа в этом храме. И я их должен принести вот типа вот сюда. Ага, хорошо, я понял. А как нам найти эти 3 ключа? Видимо, нужно залезть наверх. Ключики, 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 ключики. Так, так. Тут никаких ключей нету. Может быть, где-то там. А, вот, смотрите, вот один ключ. Я нашел первый ключ. Отлично. Отличненько, отличненько. Так, как мне запрыгнуть-то? Опа, 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 опа. Нужно, главное, ничего не просмотреть. Мне кажется, где-то здесь должны быть скрыты какие-то проходы, ключи и все прочее. Это же сон. Это же сон. Во сне все должно быть запутано, ребята. Все должно быть очень-очень сильно запутано. Так. Я вообще не понимаю, куда я иду. Ой! Куда я иду? И где тут что? О, ключик. 2 ключа есть, ребят. Это клево. Давайте кинем эти 2 ключа, посмотрим, что будет. На. Ладно, допустим, так и должно быть. Нужно еще найти последний ключ, где я еще не был. Ребята, прикиньте, все это время ключик был просто вот здесь внизу, и мне даже не нужно было никуда прыгать. Ну, окей. На. Держи, кушай. Вау! Вау-вау-вау! Фиолетовое свечение. Я надеюсь, сейчас никакой крипер тут не придет и меня убьет. Ёкарный бабай, взорвалось. Ладно, прыгаем вниз. Вау, это лабиринты. Это лабиринты, окей. Я ненавижу лабиринты, но я найду. Я найду здесь выход, я уверен, потому что... Ну, что я просто профессионал, я вам говорю. Может быть, что-нибудь вот тут? Или все-таки вот здесь? Я даже не заметил, что здесь какие-то пауки ползают по потолку. Ненавижу пауков. Ну, ладно. Допустим, я ничего не видел. Вообще ничего. Ничего не слышал, ничего не видел. Я тут, ребята, просто в гости зашел. Чё за хрень? О! Чё открылось? Чё открылось? Непонятно. Что-то странное здесь всё какое-то происходит. Может быть здесь? Нет. Нет, 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 нет. Я не понимаю, где открылся проход. Может быть здесь? О, да, ребята, я, кажется, нашел проход. Воу-воу-воу. Добро пожаловать, путешественник. Ты не первый, кто пришел в мой дом. И если ты хочешь убежать, ты должен ответить на простой вопрос. Или я могу просто убить тебя, твой выбор. Ага, ребят, то есть мы должны ответить на вопрос, жить и потом умереть. Или умереть. Жить, конечно. Хороший выбор. Твой вопрос, это сколько будет 74 плюс... Ой, 9204, 9, это... Ой, иди ты в жопу, неправильно он говорит. Я даже ничего не сказал, алло, я ничего не говорил. Ну, окей. Офигительно, офигительно. Я даже не успел посчитать, а у меня уже, это... У меня уже кокнул. Вау, где это я? О, я в Эндермире, ребята, кажется, сейчас будем драться с Эндердраконом, да? Хочу драться с Эндердраконом. Хочу с ним драться. Портал. Портал. Воу! Дракончик! Нет, иди. Ха-ха-ха-ха-ха! Никто отсюда не уходит живым! Ой, ой, знаешь, дракон, знаешь, никто отсюда не уходит живым, я отсюда уйду живым. Время показать тебе твой самый страшный кошмар. А, что происходит? Что происходит? Кажется, дракончик, ребята, дракончику плохо. Это Гизмо! Ха-ха! О, сейчас нам Гизмо покажет самый наш худший кошмар! В смысле? Гизмо, ты же хорошенький был!
Чё, не надо. Пил. Кажется, сейчас там... Нам нужно убивать Гизмо! А ну сдохни, сдохни, Гизмо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, умри, тупая лошадка. Умри, зомби-лошадь, умри. Я тут ни при чем. Сдохни. Да она не хочет умирать. Короче, в жопу этих лошадок, будем просто бить Гизмо. На, да иди ты в жопу, мне вообще посрать, что ты там делаешь. На. Что-то тут разбрасывать своими... Ой-ой-ой. Одно хп. Тихо. Да иди ты в жопу. Все отлично. Тинти, можно подобрать Тинти? Нет, нельзя. Умри, Гизмо, умри. Ты уже так как бы и так мертв какой-то зомби Гизмо, но все равно умри. Ну давай, сдохни. Ой-ой-ой, меня кто-то бьет. Эй, кыш, фит, как тебя убить? Кыш. Так, да все, отстаньте от меня. Я просто бью какую-то лошадку, все. Не приставайте ко мне. Умри, Гизмо, умри. Ребята, мы уже сняли почти пол здоровья. И, в принципе, не такой уж сложный босс, как оказывается. Это что такое? Ладно, я просто не буду на... А-а-а, в смысле, не буду обращать внимания, сейчас меня кокнут. Умрите, тупые чешуйницы! Нет! Зашибись, они меня просто загры... Все-таки в жопу, пожалуйста. Они теперь еще и летают. Ой-ой-ой-ой-ой. Что нахрен происходит в этом странном мире? Ой-ой-ой. Ай! Ай, мама дорогая, помогите. Тихо. Гизмо, успокойся. Чё это меня подбрасывает? Офигело совсем. Тупая лошадка. Я не знаю, что происходит просто, но что-то происходит явно очень страшное. Сдохни. Нет. Да, в смысле? Что я вам плохого сделал? Да пошел ты в жопу. Иди в жопу. Я бью лошадь. Отвалите. Я бью лошадку. Я просто бью лошадку. Умри, падла. Так, все, отлично, она всех убила. Понимаете, как бы тут тактика очень простая. Можно вообще не обращать внимания, на что она делает. Просто бить саму лошадь. Ты ёкарный бабай, что это такое? Что она такое построила тут? Ой, фриты. О, зашибись. Ух, просто зашибись. Не-не-не. Я убил! Я ее убил! Офигеть! Кыш. Кыш. Умри. Умри, тупой фрит. Умри. Умри, падла. Все, я убил. Это победа, нет? Что это такое? Ох ты! Еще одна Гизмо! Нет! Не-не-не-не-не! Пошла в жопу! Пошла вон! Иди в жопу! Нет! Не-не-не! Я не умру! Я самый... Боже ж ты мой, тупая лошадь! Сдохни! Умри! Я тебя уже убил один раз! Убью еще раз, не переживай! На, падла! На, прям под задницу тебя! На, гадина! Что происходит? Что она делает? Что она пукает? Хватит пукать, сдохни. Просто умри. Все, изи. Это было легко. Не почувствовал. Ой-ой. Что это такое? Вот не говорите, что опять это Гизмо тупая появится. О, все, я могу прыгать в портал. Вау. Мы до сих пор спим, ребята? Жесть. Психоделика какая-то. И что сейчас будет? О, у тебя был плохой сон? Да, просто очередной плохой сон. Охренительно, ребята. То есть, по сути, все это время мы спали на своем рабочем месте. Как это было в начале карты. Блин, ну это классная карта, я серьезно говорю. Я таких карт уже
давно не видел. Это офигительно, ребята. Надеюсь, что и вам тоже очень сильно понравилось. Ребята, можете тоже пройти эту карту. Поставьте лайк, прокомментируйте, напишите, понравилось ли вам мое прохождение. О, смотрите, Гизма летит. Гизма летит. Эх. Блин, ну классно. Серьезно. Ну все, ребят, у нас уже пошли титры. Я, конечно, могу их посмотреть. Но не думаю, что в этом есть большой смысл, поэтому... Ребята, не забывайте подписываться на канал. Я прохожу различные карты, снимаю троллинги и прочее. На моем канале есть много всего по Майнкрафту. Если вы любите Майнкрафт, то нужно обязательно подписываться. Вот. Также можете добавлять меня в друзья ВКонтакте, там можете задать мне любые вопросы и посмотреть мои фоточки. Да. Такие дела. Такие дела. Блин, сейчас слеза наворачивается. Охренительно. В общем, ребята, спасибо всем, до новых встреч. Пока.